РЖД готова к полному снятию ограничений на работу. Об этом в интервью газете «Гудок» рассказал генеральный директор компании Олег Белозеров. Он отметил, что речь идет о постепенном возвращении сотрудников, чтобы не допустить повторного распространения коронавирусной инфекции. На первом этапе свои места займут те, чье присутствие связано с производственной необходимостью. В частности, это работа с персональными данными, а также с государственной и коммерческой тайной. На втором этапе в офисы вернутся все остальные сотрудники. При этом решение об отмене удаленки будет приниматься с учетом эпидемиологической обстановки в конкретном регионе. Кроме того, рабочие места должны соответствовать требованиям Роспотребнадзора, а сами железнодорожники иметь средства индивидуальной защиты.